Мы продолжаем. Уже второй год в Уфе нет дня жестянщика. Об этом заявил Ирик Елалов на совещании в администрации города. Я напоминаю, что, допустим, вчера при обильном снегопаде, мокром снеге, Главленице, произошло 122 дорожно-транспортных происшествия. Хочу напомнить, когда у нас был день жестянщика, в предыдущие годы обычно количество ДТП зашкаливало за 400. Теперь сами сделайте вывод, был день жестянщика или не было. Хотелось бы обратить внимание, что все равно, по данным наших специалистов ГИБДД, экспертов, большое количество наших уважаемых уфимцев, горожан и гостей столицы продолжают ездить на летней резине. Я так понимаю, это всем уже в России надоело, и по нашим данным готовится все-таки предложение по изменению законодательства Российской Федерации, по которому граждане будут обязаны переходить на соответствующую, зимнюю резину. Обязаны. По словам Елалова, аварийность снижается, однако с 1 ноября на части проспекта Салавата-Юлаева введено ограничение скоростного режима до 40 км в час. Оно будет действовать на участке от улицы Сагитагиша до развязки с улицы Лесотехникума и в обратном направлении. Мы перешли на скоростной зимний режим, который себя очень хорошо зарекомендовал в прошлую зиму. Вы знаете, на проспекте Салавата-Юлаева вводится ограничение скорости. Значит, нравится, не нравится кому. Я еще раз говорю, ограничение скоростного режима на этой улице позволяет нам сохранить десятки жизней в течение зимы и обезопасить в первую очередь самих автолюбителей.